заебись. Херлинг, ну, тоже нормально так. Эротичная съемка. У нас, хочешь я твою сиську сфоткаю? Господи, ну, блин, тут выплешь как бы. Мою можешь, такая. Покажи. Выплешь лучше, чем сиськи. Илюша. А ты снимаешь? Да. Хорошо. Я снял блэкинг. У тебя там был соляк. Не, он был нормальный. Нет, ты лжанул скотину несколько раз. Ты тупо промазал по струнам, блядь. Я смотрел, я специально всматривал. Я, сука, тебя буду снимать. Я, блядь, я тебя так сейчас поебал. О, Векша, где мой Полтавск? Этот человек говорит, это видос, да? Это GoPro. Это типа, это Oxidizer Family. Ему... Бля, тихо-тихо. Трэш мясорубка. Стоп, давай. Вон, стоп. Эй. Твоя где? Выпиваем за Харлинг, что он всем жопу дал. Покажите сиськи кто-нибудь. Векша. Блять, ну пидос. Сейчас, секундочку. Игорь, дай мне сиськи. Возьмите стакан. Ой, сколько? Нихуя тебе соски. Как будто тебя прижгли, блядь, сигаретой. Блядь, так мне... Вот это знаешь? Это главный политический обозреватель канала «Россия-1». Влада, что вы думаете о сложившейся политической ситуации в мире, в частности, конфликте на Украине и в Сирии? А это тоже эксперт нашего ток-шоу. Андрюша, какого хуя вы нахуярились, как свинья, и упали со стула? Я не падал. Вам показалось. Опять вы бухаете, уроды. Как тебе трэш-мясорубка? Сейчас козявку вытащим. Нормально. Хорошее начало. Перцовка еще не прошла до конца. Стоп. И не пройдет. Мы тебе не дадим просто. Они меня преследуют. Все серьезно. Это на самом деле, мужик, я тебе скажу, это самый трудный гиг вот в моей жизни, который был. Несмотря на переносы там концерта, да, смена клуба, смена даты, перестановки по составам, когда ты приезжаешь на саундчек, через 40 минут ты должен играть. Растегиваешь чехол и отдельно достаешь гитарный гриф и отдельно деку, соединенную струнами. Я не знаю, ты можешь сам это как-нибудь прокомментировать со стороны, у меня просто еще состояние эффекта небольшое. Но тем не менее, видишь, мы въебали, несмотря ни на что. Силы зоб, в общем-то, обломались. Спасибо. Да, потому что он сделал такой охуительный концерт и все такое. Если бы не эти пацаны, я бы забрил свой хайер, работал бы в офисе. Нет. И был бы богатым. Нет, а вот именно из-за них я, короче говоря... Из-за этого уёбка, Толян? В пучине нищеты и кайфую. Такую хуйню не буду пить. Ты гонишь, блядь? Да вы ебланы, блядь. Я пиво хочу, вы мне...